Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас пятница 13-е. С вашего позволения не могу, скажем, отказать себе возможности приурочить наше кодовое слово к столь символичной дате. Поэтому в качестве такового давайте обозначим сегодня словосочетание «пятница 13-е». Величина бонуса также под стать поводу 13. И напомню, что этот бонус, в отличие от всех предыдущих, которые я анонсирую в рамках недели, действует до понедельника. И у вас есть возможности увеличить покупательскую способность собственных депозитов, ну, буквально либо в рамках сегодняшней торговой сессии, либо принять решение об этом на этих выходных. Прежде чем уйти, соответственно, на заслуженные выходные, сегодня у нас есть еще несколько интересных макроэкономических отчетов, на которые стоит обратить внимание. Ну и, конечно же, нужно последить за тем, как закроют основные дуэты валютных активов эту пятидневку. Я думаю, что в целом хотелось бы увидеть по ряду инструментов, на которые мы делаем каждодневную спекулятивную ставку, все-таки намек на то, что наши прежние, в основном, коррекционные идеи по рисковым инструментам, они по-прежнему оправданы и обоснованы, что в целом подтверждается и актуальным новостным фоном. Ну, буквально о всех инструментах давайте поговорим по порядку, как мы это всегда делаем. Сегодня начнем с нашего, как и всегда, также вступительного первого анализируемого инструмента. Это динамика нефти и, соответственно, то, что показывает в связи с этим российская валюта. Brent на текущий момент. Актуальные котировки 45.22. Видим то, что локальное значение было гораздо ниже. 45.06. Напомню, что уровень 45 был когда-то нашим долгосрочным ориентиром. И вот на протяжении последнего месяца мы планомерно снижались к этому рубежу, выискивая, по сути, каждую неделю поводы, аргументы, стимулы, которые позволяли нам говорить о том, что наше позиционирование верно, и, соответственно, мы непременно доберемся до этого рубежа. Чуть-чуть остается до него, 45.06, но все-таки будем закрывать эту идею только тогда, когда непосредственно коснемся уровня 45. Я думаю, что это произойдет уже в самое ближайшее время. Вполне возможно, если вернемся к актуальному новостному фону, особенно вчерашнему, можно было бы говорить, что основания оказались достаточными, чтобы, соответственно, придавить так позиции нефти. И я полагаю то, что этот фон имеет достаточный потенциал, чтобы и дальше резонировать в динамике этого актива. Ну и, разумеется, подогревать интерес к бренду WTI для, скажем, тех трейдеров, которые либо уже находятся в коротких сделках по нефти, либо присматриваются к этому инструменту, где-то внутри себя осознавая, что фундаментальный фон именно к этому и располагает. Какой повод в плане событий фундаментального характера стал основополагающим для нефти в рамках вчерашней торговой сессии? На мой взгляд, их несколько. Во-первых, это заявление Саудовской Аравии, точнее, даже не заявление, а наша констатация по факту опубликованной статистики, что ведущий экспортер нефти в мире увеличил в октябре добычу энергоресурсов на 50 тысяч баррелей в сутки, а фактически доведя общий показатель до 10-27. То есть, как мы и предполагали, ближневосточный картель продолжает лоббировать идею собственного позиционирования на рынке, пытается даже уже на протяжении более чем года оказывать непосредственное влияние на цены, но, может быть, это заувалированная, скажем, цель вытеснить с рынка других игроков, ну, по максимуму для них, и, разумеется, расширить свою экспансию на рынке энергоресурсов. Это, наверное, вполне логичная цель со стороны ОПЕК, но мы видим то, что те, скажем, основания, которые были созданы для реализации этого посыла, они вроде бы как начинают реально работать. И ОПЕК, даже несмотря на катастрофическое для многих экономик, даже в рамках самого ближневосточного картеля, все равно не пересматривает ни квоту и, разумеется, не отказывается от тех статистических ориентиров, которые имеют место быть. Что касается других новостных поводов, запасы нефти в Соединенных Штатах Америки со стороны API и данным Минэнерго США. Напомню, что по API мы начали эту неделю с фактического прироста больше чем 6 миллионов баррелей за прошлую пятидневку. Ждали данные от Минэнерго США в среду, День ветеранов, поэтому отчет поехал со среды на четверг. И вчера у нас была возможность обратить внимание на него. Здесь тоже прирост, как мы и предполагали, плюс 4,2 миллиона.
за прошлой неделе против прогноза 1. И что касается также американской тематики, касательно энергоресурсов, объемы добычи нефти в 40 штатах Соединенных Штатов Америки выросли на 8 тысяч до 8,65 миллионов баррелей в сутки. То есть возвращаемся снова к идее того, что даже снижение цен на энергоресурсы, даже падение, скажем, инвестиций в энергетический сектор не приводит к тому, что параллельно начинают корректироваться объемы. Мы видим то, что производство растет, оно повышает гиперизбыточность предложения, но и в целом это позволяет нам, скажем, обрастать уверенностью, направленной на то, что наши посылы и наши трейды, наши инвестиционные идеи, которые предполагают возможность еще больше просадки черного золота, они сохраняют актуальности, и их непременно нужно придерживаться. Плюс ко всему, не забывайте о том, что у нас есть еще Китай. На этой неделе мы проанализировали достаточно интересный макроэкономический фон, целый блок важных стат-данных. И в целом, если не вдаваться в подробности всех этих отчетов, мы, собственно, о них уже говорили много, можно сказать то, что эта статистика оказала лишь понижательный эффект на будущие прогнозы по экономическому расширению. И мы лишь убедились в том, что жесткая посадка, которая была начата много лет назад для Китая, она продолжается. Следующий год, соответственно, может оказаться еще более худшим. Что касается, опять же, ОПЕК, забыл я упомянуть тот факт, что вчера также были и опубликованы прогнозы спроса на нефть на 2016 год. И если раньше, скажем, на рынке присутствовали оптимистичные ожидания касательно того, что объемы спроса, роста спроса на энергоресурсы могут вырасти до 1,5 миллиона баррелей в сутки, они уже сейчас несостоятельны, не актуальны, и они не подтверждены. Даже по версии ОПЕК, в лучшем случае, на что стоит надеяться, это на прирост в 1,25 миллиона. Это, конечно же, очень мало, и, разумеется, такая цифра не способна раскрыть потенциал того мегаизбыточного предложения, которое присутствует в целом в рамках мировой экономики касательно энергетического сырья, то есть углеводородов. На следующей неделе, разумеется, продолжим искать, следить за актуальным новостным фоном, может быть, искать дополнительные возможности для еще более агрессивных продаж, но пока давайте доберемся до уровня 45, если рынок, скажем, создаст для этого условия и позволит нам реализовать эту инвестиционную идею, скажем ему спасибо и некоторое время понаблюдаем за теми тенденциями, которые будут дальше разворачиваться в рамках динамики как Брента, так и WTI. До нашей цели еще чуть-чуть, 45, уверен, что в идеале бы добраться до конца сегодняшней торговой сессии, но если что, у нас следующая неделя и, соответственно, как минимум данные по запасам, и я снова прогнозирую возможности еще одной недели увеличения этих, скажем, этого отчета и повышения показателей этой статистики. Российская валюта, актуальные котировки 66.50, но здесь я уверен, что вы сами уже можете найти причину девальвации российского актива по итогам вчерашней торговой сессии. Это, конечно же, прессинг, который был оказан на нефть, и коррекция нефти, разумеется, стала причиной такого же ослабления и рубля. Других новостных поводов на российском валютном рынке сейчас нету. Понятно, почему? Потому что ключевым катализатором остается нефть, и учитывая те проблемы, характерные для российского бюджета, мы постоянно проводим параллели достаточности актуальных цен на Brent, сравниваем с рублевой стоимостью, соответственно, барреля, и даже если сейчас мы проведем эту легкую конверсионную сделку, то есть актуальный курс по паре USD-RUB, который на премаркете 66.50, перемножим на актуальные цены на нефть, получится 3000 рублей примерно, плюс-минус 10-15 рублей, но это все равно гораздо ниже той минимальной планки, которую, как вы знаете, я каждый брифинг делаю на этом акцент, находится в районе 3300. Поэтому ждем еще большего давления на рубль и, соответственно, ждем уже следующей цели, которая ранее была поставлена по паре USD-RUB в районе 67-68. Долгосрочный ориентир остается также неизменным 70. Уверен, доберемся и до туда. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Вчерашняя торговая сессия
против, скажем, предыдущих была весьма интересной, подвижной, волатильной. И в целом весь торговый день можно было разделить на два периода. Это, по сути, большую часть торговых суток, когда европейская валюта валилась и создавала возможности для обновления многомесячных минимумов и, соответственно, еще более глубокой просадки, отталкиваясь от актуального новостного фона. И вторая половина торговой сессии, даже уже ближе к окончанию американской, стала, скажем, периодом обратной тяги, когда евро начал активно прессинговать и, соответственно, отбирать утраченные в рамках дня пункты у своего основного конкурента доллара. Что касается первой половины торговой сессии, здесь нужно искать негатив в слабых стат-данных. Во-первых, вчера вышел отчет по индексу потребительских цен Германии. Здесь, на мой взгляд, статистика снова плохая, поскольку месячный показатель нулевая территория, годовой 0,3%. Все равно очень невысокие данные, которые, напротив, продолжают указывать и сигнализировать о присутствующих рисках еще большего сползания, скажем, этого показателя и снижения, может быть, даже до отрицательной территории, то есть риски дефляции. И я также предлагал вам упускать из вида такую логику, которая присутствует в отношении этого отчета. Если индекс потребительских цен по Германии снижается, ну, либо указывает на то, что потенциал для коррекции присутствует, значит, можно говорить о том, что и общий отчет по уровню инфляционного давления в рамках еврозоны также будет находиться под прессом. Поэтому, учитывая слабые показатели по индексу потребительских цен Германии, есть достаточно сейчас оснований полагать, что и по еврозоне мы не увидим хороших данных, которые позволят нам забыть о потенциале более агрессивного выкупа активов, о возможности и вероятности этого события со стороны Европейского центрального банка. А вслед за данными по инфляции Германии вышел отчет по промышленному производству еврозоны. Если посмотрим на годовую цифру 1,7% против прошлого 2,2%, то есть получается очередной спад, очередное подтверждение рецессии, очередной негатив, который указывает на то, что темпы экономического восстановления, даже вопреки, может быть, присутствующим оптимистичным ожиданиям, все равно будут далеки от этих позитивных цифр и от тех уровней, которые когда-то характеризовали еврозону как стабильный, динамично растущий и постоянно, скажем, набирающий обороты регион. Пока статистика указывает на совершенно другое, на то, что еврозона испытывает больше трудностей из-за той ситуации, которая разворачивается в рамках мировой экономики, а здесь уже настроение формируется Китаем. И напомню, что неоднократно Драги, который описывал, опять же, перспективу денежно-кредитной политики, ссылался на те понижательные риски, которые присутствуют и идут со стороны развивающихся площадок, отметив то, что еврозона реально от этого страдает. Поэтому те меры беспрецедентного экономического стимулирования, которые уже были запущены, анонсированы, задействованы со стороны ЕЦБ, они как раз и направлены на то, чтобы противостоять всем этим геополитическим, экономическим угрозам извне. Но пока мы видим то, что даже несмотря на реальные действия, шаги со стороны ЕЦБ, несмотря на те инструменты, которые уже были взяты на вооружение, пока ситуацию не удается взять под контроль и, разумеется, создать условия для восстановления европейского региона. Вчера состоялась конференция Драги. Мне кажется, для европейской валюты это одно из ключевых событий даже всей недели. Хотя мы от Драги ждали каких-то судьбоносных, по крайней мере, стоящих заявлений еще днем ранее. Но напомню, что в среду в ходе своего выступления Драги не коснулся денежно-кредитной политики. И мы полагали, что в четверг он, наверное, не откажет себе в удовольствии и все-таки воспользуется своими полномочиями. Ну и порадует тех трейдеров, которые делают ставку на разгрузку главного валютного риска анонсом прежней решительности и, соответственно, необходимостью придерживаться тех посылов, которые присутствовали на рынке. И, в принципе, Драги реально уважил нас под закрытие этой недели, поскольку повторил снова, что Европейский центральный банк готов действовать, есть инструменты, которые предполагают более агрессивный выкуп активов. Он упомянул также, что с большой долей вероятности, я думаю, что можно говорить о вероятности более чем 90%, программа количественного смягчения, которая должна была якобы быть завершена в сентябре 2016 года, поедет на более продолжительный срок. Плюс ко всему, напомню, что мы вчера использовали инфоповод, который, соответственно,
пришел по источникам Reuters о том, что ЕЦБ реально задумывается о покупке даже муниципальных облигаций. Мы знаем то, что в формате решительности Европейского центрального банка могут быть задействованы, корректированы даже не только действующие программы количественного смягчения, но и ЕЦБ может перейти к еще одному вектору смягчения экономической политики и снижения процентных ставок. В общем, инструментов, возможностей для того, чтобы повлиять на ситуацию, достаточно, но все они, еще раз повторяю, создают исключительно негатив для национальной валюты, потому что в конечном счете будут приводить к увеличению денежной массы и разрастанию баланса центрального банка. Если Драги, соответственно, анонсировал практически, может быть, неизбежность очередного шага по доп-экономическим стимулам, значит, спасибо ему, это серьезная предпосылка для разгрузки главного валютного риска, и позиционно, разумеется, в связи с этим не будем отказываться от того, что евро по-прежнему сохраняет потенциал для еще более глубокого коррекционного снижения и, соответственно, понижательной динамики. Актуальные котировки по евро-доллару на сегодня, сейчас, это 1.0792. Что касается краткосрочной цели, вчера мы не добрались до профитного ориентирования, несмотря на то, что был, скажем, поднят с уровня 1.07, чуть ниже, соответственно, наш отложенник на продажу. Поскольку эта идея не реализовалась, давайте все-таки будем придерживаться реально тех тенденций, которые характерны для европейской валюты, и не позволим упустить, скажем, возможности прокатиться на более глубоком снижении европейской валюты. Поэтому новая цель – селл-стоп с значения 1.0750, стоп-лосс ставим на уровень 1.08, что касается тейк-профита – 1.06. Идем дальше. Доллар и японская иена. Вчера следили за данными по заявкам на пособие по безработице. Как и предполагалось, отчет снова хороший, потому что ниже 300 тысяч. Фактическая цифра 276 тысяч. Также следили за выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен. Но Джанет Йеллен, как и Драги, по сути, днем ранее, в этот раз не коснулась денежно-кредитной политики и, соответственно, не стала обозначать каких-либо перспектив изменения монетарной политики. Жалко, конечно, потому что хотелось бы увидеть какой-то, услышать какой-то дополнительный сигнал верности прежнего позиционирования, опять же, в предвкушении потенциального повышения процентной ставки. Но ничего страшного, я думаю, что очень скоро настроения на рынке будут меняться и, соответственно, больше склоняться в ту сторону, которая придерживается, точнее, ту сторону, которая характерна больше для покупателей американской валюты. С точки зрения фундамента этот посыл сейчас верен. Также после конференции Джанет Йеллен мы обратили внимание, и я рекомендовал это обязательно сделать, на выступление представителей ФРС. Вчера их было очень много, и здесь можно даже обозначить два лагеря. Это Лейкер и Эванс, которые на текущий момент продолжают указывать на риски низкой инфляции, соответственно, на неготовность пока американской экономики к нормализации денежно-кредитной политики. И другой, скажем, лагерь позиционного мышления – это Дадли и Буллард, которые уже склоняются в пользу того, что лучше перейти к ужесточению монетарной политики как можно скорее. Поэтому, если посмотрим на динамику USD-иены, можно сказать то, что трейдеры больше уделили, соответственно, внимание комментариям Лейкера и Эванса, которые не создали условия для роста американца. Но я считаю то, что это, опять же, временное такое тактическое позиционирование, которое присутствует на рынке, оно не создает оснований для слома того вектора, который больше предполагает, опять же, усиление позиции американца и, соответственно, достижение пары USD-иена того долгосрочного уровня и цели, которую мы обозначили в районе 125. Мы от нее не отказываемся. Напомню, что подняли USD-иену с очень глубоких значений долгосрочного характера и, соответственно, непременно дождемся, опять же, тестирования нового сопротивления в районе 125. Тем более, что важнейшее событие, но я продолжаю все-таки делать акцент на то, что важнейшее событие состоится до конца этого года, и оно может быть связано с первым за последние 10 лет повышением процентной ставки, соответственно, в США. Это декабрь и, соответственно, очередное заседание ФРС. Поэтому, не получив поддержку в рамках вчерашней торговой сессии, доллар против иены немного просел, и, соответственно, ослабление доллара стало как раз причиной
обратной динамики, которую я отметил в начале брифинга по паре евро-доллар, наблюдаемой ближе к закрытию торговой сессии. Но еще раз резюмирую, даже несмотря на вот эти локальные выпады европейской валюты вверх, а соответственно доллара вниз, это никак не сказывается на долгосрочной цели ориентирах и соответственно на том емком фундаменте, который мы уже собрали и заложили в основу наших инвестиционных рекомендаций и сделок. Идем дальше. Доллар, точнее фунт против американца. Вчера торговая сессия была довольно-таки спокойной с точки зрения отчета. Ну, практически не было никаких релизов для британца. Следил он, конечно же, за динамикой европейской валюты. Корреляционная связь сохраняется. Клоз, недельный максимум в районе 1.5245. Сейчас мы видим то, что фунт уже корректируется. Значение 1.5211. Я думаю, что коррекция продолжится буквально до закрытия сегодняшней торговой сессии. Наша цель и инвестиционная идея остаются прежней, это 1.50-1.50, sell stop, take profit 1.50, stop loss 1.52. И я очень надеюсь, что сегодняшняя коррекция, она больше связана не с технической, опять же, проторговкой и откатом после роста на протяжении всей недели, а больше, опять же, сопряжена с фундаментом, который, еще раз повторяюсь, создал все основания полагать, что Банк Англии не будет повышать процентные ставки, соответственно, раньше 2017 года, и инфляцию рядом с целевым диапазоном 2% он также не увидит до этого периода. Поэтому все-таки делаем ставку на еще большее фундаментальное ослабление британцев, и я думаю, что следующая цель может оказаться как раз та самая поддержка, на которую мы ориентируемся, это поддержка в районе 1.50. Напомню также, что ослабление нефтяного ресурса в рамках вчерашней торговой сессии создало хорошие возможности для трейдинга по паре USD/CAD, и этот трейдинг был направлен, разумеется, в повышательную сторону. High 1.3340, мы по паре USD/CAD ждем уровень 1.35, и поскольку нефть реально находится и остается под серьезным давлением, я не сомневаюсь в том, что по USD/CAD мы сможем добраться до рубежа 1.35. Собственно, на этом все. Еще раз повторяю, что величина бонуса, который действует до следующего брифинга, то есть до понедельника, это 13. Кодовое слово, точнее словосочетание сегодня пятница 13. Из важных макроэкономических отчетов сегодня стоит обратить внимание на европейскую статистику. Это 10.00 по московскому времени ВВП Германии. После этого 13.00 по Москве ВВП еврозоны. Но поскольку за последнее время мы изрядно зарядились негативом европейского и немецкого происхождения, полагаю, что если будет прирост по ВВП, это какой-то парадокс. Поэтому больше делаем ставку на то, что эта статистика будет негативной и создаст локальные возможности для распродаж европейской валюты. И в 16.30 по московскому времени розничные продажи в США. Вот как раз этот отчет может оказаться искомым дополнительным фундаментом, который, разумеется, мы постараемся использовать в качестве топлива для нашей длинной сделки по паре USD/Yen и, соответственно, топлива для усиления позиции американской валюты. На этом все. Если есть вопросы, вы знаете, что можно задавать их на нашем официальном канале на YouTube, либо на форуме Markets в аналитической ветке. Поэтому хороших выходных и хорошей пятницы. Всего доброго. До свидания.